Так, всем привет на моем 28-м стриме. Сегодня мы проходим игру от компании Electronic Arts под названием Jungle Strike.
Так, все пошло. Отлично. Игра просто суперская. Очень мне нравится. Сейчас посмотрим все заставки. Тут сюжет довольно-таки неплохой. Его усовершенствовали по сравнению с первой частью, ну, Desert Strike. Вот. У меня, как бы, вот я там в начале фотку ставил, потому что у меня физический картридж есть. Ну, в принципе, у меня все три есть физических. Это русская версия от компании New Game. Да, эта игра вообще просто шедевр. Тут и музыка классная, и все, и графика для Sega классная. Просто это... То есть, тише игру без проблем. Так нормально? На всякий случай вкратце напомню сюжет Desert Strike, просто они немножко связывают, так мельком. Ну там Персидский залив и человек по имени Мэдман, типа диктатор, и мы его свергли, взорвав в конце самолет. Тем самым он, ну, остановили там Третью мировую, все такое. Его оружие массового уничтожения уничтожили. И теперь на острове в Тихом океане. Небольшой островок, вокруг ничего. Три, два, один. Огонь! Впечатляет. Вы видите, что у меня есть ядерное оружие. И вы сможете доставить его компоненты в мою крепость? Через 72 часа они будут там. Наконец-то я смогу отомстить за смерть отца. Уничтожив Вашингтон, я заставлю этих янки не лезть в дела моего картеля. Они ответят за все доставленные нам неприятности. Мы прерываем вещание для экстренного выпуска новостей. Только что на побережье Южной Африки произошел мощный ядерный взрыв. Ответственность за него пока никто за себя не взял. Мы сообщим вам, как только появится новая информация. Алло? Капитан, у нас неприятности. Я видел новости. В 8 часов в Белом доме будет экстренное совещание. Понял, выезжаю. Вот, вот такая вот завязочка. Итак, и у нас есть штурманы. Майк Сиера. Может лебедкой сорвать оливку с куста, но при этом не способен попасть из пулемета в белого кита на темном фоне. Не, не надо такого. Так, Скотт Антонио. Эго трудно вывести из себя. Это самый уравновешенный штурман в группе. Одинаково хорошо управляется с лебедкой и пулеметом, но уже неплохо. Этого нет, этого нет, этого нет. Ну, в чем тут выбор? Естественно, берем эго. Если честно, я на русском первый раз прохожу, поэтому кое-какие вот такие тонкости для меня сюрприз. Так, управление оставляем такое же, естественно, с моментом. Ну, то есть с инерцией. Вот перевели с моментом. С инерцией. Ну все, поехали. Компания Падис переводила, да. Белый дом. Наш спутник-шпион заснял побережье сразу после взрыва. Хорошо, что Конгресс не свернул космические исследования. И что дальше? Рядом с уничтоженным островом была замечена эта яхта. Узнали, чья это ласточка? Мы изучили картинку и установили личности этих людей. Ага, со спутника лица увидели. А ведь я их где-то видел. Карлос Ортега, известный южноафриканский наркобарон. Связи и огромная личная армия недавно вытащили его из тюрьмы.
Много хороших людей погибло, чтобы засадить его туда. Это Ибн Килбаба, сын Мэдмана. Но он намного безжалостнее своего отца. Яблоко от яблони недалеко падает. И какие планы? Вы будете управлять последней моделью вертолета Команч. Ваша первая миссия – уничтожение террористов, угрожающих Капитолию. Отлично, я уже начал беспокоиться, что все будет слишком просто. В Капитолии направляется президент, обеспечьте его безопасность. Да, кстати, нам нужно узнать, где находится крепость Карлоса. Без проблем. А теперь выбирайте штурмана и вперед. Ну, выбрали уже. И начинаем. Первый уровень, Вашингтон, DC. И первая миссия. Террористы атакуют Капитолий. Защити монумент Вашингтона, библиотеку Конгресса и мемориал Джефферсона. Эти здания являются культурной ценностью и должны быть спасены. Вот. Здесь у нас, в отличие от Desert Strike, брони дается не 600, а 1000. А, людей также 6, горючего 100, также 3 жизни. А само оружие такое же, Hellfire 9, Гидры. А, Hellfire, по-моему, там, кстати, 7 было, здесь 9. Гидры 60, по-моему, также. Ну и пулемет 100. Вот. Ну и, в общем-то, полетели. Управление такое же. Сейчас будем вспоминать. Давно я не играл уже очень. Посмотрим, как получится. Так. И, кстати, если мы... Сейчас убью тут. Так, раз, два. Если в Desert Strike я мог побаловаться там, поуничтожать здание, то здесь, если я начну слишком сильно гражданские объекты разрушать, то могут и на базу вернуть. А, так что тут с этим уже аккуратней. Да, мне сняли 400 брони. Но тут есть вот броня, если что. Так, по-моему, я это зачистил. А, хорошо, полетели к пике. Ну, многие знают, в Вашингтоне есть такая пика, мемориал. Так, ну-ка. Что, сюда были гражданские? Да не. Ну, по крайней мере, не в Вашингтоне. Так, где-то здесь, по-моему. А, нет, дальше. Так, грузовичок, ты в тему тут. Так, это тоже надо уничтожить. Потому что там может быть что-то полезное. Вот, броня. А, и да, еще одно улучшение. Здесь, во-первых, показываются грузовики с боеприпасами, которые курсируют по городу. Во-вторых, здесь показывают... Так... Нет, не показывают. Ну, вроде на следующих уровнях будет показывать. В общем, броню показывает, где валяется. Главное, чтобы они пику не подбили. Вон, они стреляют в пику. Если она разрушится, все, потрачено. И такое у меня часто было, когда я играл там первые разы. Все, защитили. Так, боеприпасов у нас 30 гидр. Надо взять тут. На этом уровне вроде бы сильной проблемы с боеприпасами нет. Вообще, если правильно играть, ее нигде нету, но... Как бы... Не всегда получается так, как хотелось бы. Давай сами возьмем пику. Не-не-не-не. Давай такого не будем делать. Так, у меня брони 400, но я думаю, хватит. И третий монумент, это вроде музей какой-то, что ли, я точно не помню. Его надо тоже не допустить, чтобы его разрушили. А, вот эти, кстати, желтые здания можно разрушить. И там может даже что-то лежать, типа брони. Хотя очки, по-моему, все равно снимают. Так, сколько, я не понял, надо? Раз, два, три, четыре... Блин, да что ты... В общем, 4 надо. Или одну, один Hellfire и 2 гидра. Странно, с одного Hellfire сдох. На.
Ну правильно, это автобус, что ему будет вообще? Скажем, несчастный случай. Ну, мы же доблестные американцы, ты чё? Так. Нет, сейчас. Ну ладно. Тайники. В некоторых зданиях расположены тайники террористов. Найди и уничтожь тайники террористов. Они находятся в некоторых домах в округе. Захвати главарей банд, чтобы выведать все о планах террористов. Но вначале нам надо броню взять, а то я сейчас упаду. Так, где грузовики? Ага. А броня у нас была там, на заправке, я помню. Ну ладно, сейчас долетим до заправки. И, кстати, по-моему, мне уже и топливо понадобится. Так, где-то... Ага, вон там. Так, вот броня. Что у нас? Ага, горючее как раз надо. Ну и летим тайник разбирать. Так, где-то он тут. Вот они. Так, это тоже оставим для себя. Вот эти самые не очень тут на этом уровне. Ну, все равно слабые. Ну так, бывает иногда неприятности доставляют. Стучимся в дверь. Ну, в смысле, в стену. Главное не убить этого, которого нам захватить надо. Так, одного захватили. Следующий. Почему не сделать второго игрока наводчиком? Ну, как ты себе это представляешь? Вертолет же стреляет, в принципе, туда, куда он направлен. Там буквально отклонение-то небольшое. Не, это бы не было бы как-то тупо. Так. Ого, не заметил. Извини. В этом было бы веселье, но не знаю. Стучаться долго и упорно тут. А, ну зато не было бы вот этих вот фейлов, типа, я не хотел стрелять в человека, я хотел стрелять в лодку, да? Ну правда, в смысле не было бы, я имею в виду в автоматическом режиме, то есть это зависело бы от второго игрока. Ну, не знаю. Ну не сделали, не сделали. Так, далее. Ну просто летим к следующему. Так, если что, надо так уже посматривать заправку, потому что там лететь далеко. А, ну там она и там есть. Так что просто полетели. Я на северную точку хочу. А, во. Норм. Так, а ты просто гражданский. Броня. 395. Ай, возьму. Чем мне стоит? Я все равно забуду, что она тут лежит. Так. Ну, Battle Tech, ну, как бы, ну, все-таки разная совсем игра, разное управление вообще. Сравнил. Там четкое разделение, один ходит, другой стреляет. А тут, ну, то есть там же поворачивается башня, да? Ну, как бы, все-таки разница большая. Так. На. Сколько они мне сняли? Ну, я бы еще не упал, если бы не взял броню. Так, вот это вот надо остановить. О, памятник Ленину. Ой! Так. Ну, стучимся. Ладно, можно немножко гитар добавить. Отлично. Ой.
Я знаю, как будут атакованы консульства. Бомбы заложены в 5 автомобилей зеленого цвета. Ага. Но мы же не можем не разорить еще одно один из тайник. Все можно заточить, при чем можно было высаживать его, и он просто игроком. Ну, не знаю. Ну, как бы это уже была бы другая игра. Надеюсь, мне хватит боеприпасов. Как будто никого нет. О! Вот и топливо понадобилось. Так, дом. Тихо, тихо. Ах ты ж, ну ты ж дом. А что тут у нас? Сникерсы продаются? Ничего. А, ну ладно, сейчас приедет братва, наверное. Взяли. Где? Что, нет танка, что ли, этого? Ну, или как это называется, БТР? Ну, нет, так нет, мне это что? Так, берем боеприпасы, тут где-то рядом были. А, можно... Не, людей рано высаживать еще. Вон боеприпасы валяются. И вот, и третья миссия. Третье задание. Террористы используют автомобили для атаки иностранных посольств. Найди и нейтрализуй 5 машин со взрывчаткой до того, как они доедут до цели. Марки машин неизвестны. Будь осторожен и не уничтожь машины мирных жителей. Вообще-то надо было комендантский час вводить, чтобы не было машин мирных жителей. Ну ладно. Ну, в общем, суть в том, что тут можно реально зафейлить. Потому что машины едут к зданию, доезжают до здания, взрываются и все. Одно здание взрывается, по-моему, сразу Return to Base. Так что тут надо его сразу уничтожать. Надо на ровную линию вставать с ним. Ну, это не сложно, но просто можно так случайно зафейлить. Так. Вниз полетели. Главное следить, чтобы боеприпасы были. Потому что с пулемета все-таки немножко неудобно его уничтожать, он движется быстро. Так. Вот в какую сторону он движется, не очень понятно. Скорее всего, вот сюда. А, нет. Сейчас укажу как. Да не. Не в этом смысле. Вот. Ему оставалось вот доехать до ворот. Так что такие мы прям, типа, вовремя все успели. Прям в последнюю минуту, как в кино. Последнюю какую минуту там ему оставалось секунд 10 ехать. Так, еще две. Так, что там с боеприпасами? А, да полно еще, я же только взял. Можно даже Hellfire использовать, но я не буду, наверное. Не, по-моему, надо. Неудобно, потому что он на встречку едет. Так, у нас там горючее сверху есть. Да, есть. Ну, как раз отлично, удобно. Вот, можно заметить, что мне осталась одна машина, а миссия еще не выполнена. То есть обязательно надо все. Если хоть одна доедет до здания, все. Просто опускаем руки и сдаемся террористам. Так, еще раз, два. На третий поворот направо. Раз, два. Так.
И куда ты там едешь? Вот теперь готово. И на заправку. Можно пока что вот это разбомбить. Ничего. Кстати, не знаю, возможно, за это даже тоже очки снимают. Так. Сейчас пойдем вначале высадим людей. На красном по пути. А потом я скажу, что там за точка. Так, где-то тут, по-моему, высаживать или нет? А, нет. О, такое здание тонкое, как будто одни только стены. Тишина такая. Это вот ФБР здание написано. Почти что полностью броню восполнили. Итак, уничтожили машину со взрывчаткой. Агент Акбар, секретный агент Акбар. Найди и спаси Акбара, нашего информатора. Он знает, когда террористы собираются напасть на президента. Акбара держат в одном из подвалов поблизости. Музыки нет, печалька? Да не, мне кажется, она отвлекала бы только. Так. Justice? Что за здание, которое называется Justice? Кто-то заправляется, но это не важно. Ему же ничего не будет. Подумаешь, заправка взорвалась и что? Так, там его охраняют, естественно. Ну, такие днища. По-моему, сейчас будут получше ребята там. Я не помню точно. Полиция что-то вообще не осциллятора. Так. Возьмем вначале, на всякий случай. Все. Террористы готовят покушение на президента. Его кортеж с минуты на минуту должен въехать в город с востока. Ну, в заправках там, видишь, он броню нашел. Вот, президент. Кортеж президента направляется в Белый дом. Защити президентский кортеж от террористов. Сделай так, чтобы президент без проблем добрался до Белого дома. Ну чё, мочим президента Соединенных Штатов или чё? Или спасем все-таки? Так, у меня все есть. Все есть. Полетели. Твари. Опять сопроводительная миссия, типа того автобуса. Ну, только более легкая. Вот они уже выстроились. Так, так, ну вот они приехали. Ездит он зигзагами, опять же. Так, подожди. Надо хоть в заправку выстрелить. А то жалко, у меня там 4 хеллфайра. Где ты там прячешься? Почему они откуда-нибудь сзади не нападут? О, появился. За бочками прятался. Так, а мне надо? Ой, а мне надо. Стой, 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 подожди, президент. Не парься. Ща. Ну, куда ты так спешишь? Там же вон печальки всякие.
И да, кстати, их заранее нету. То есть, если вперед прилететь слишком далеко, их там нету. Они там спавнятся. Ну, типа там за деревом автобус спрятали, и не, ну, не видно. Так, ну чё, давай. Почти приехали. Оба телефона. Ну. Кинул. Где? Проехал он? Я отвлекся. А, не, вот он. Стреляют, стреляют. Ладно, придется немножко заспойлерить шестое задание, потому что мы прямо сейчас его выполним. Снайпер. Захвати снайпера, чтобы узнать планы Мэдмена. Снайпер прячется в одном из зданий правительства. Помни, что он нужен нам живым. Просто вон он побежал. Не стреляйте, я не террорист. Карлос дал мне карту и приказал встретить его в крепости в джунглях. Тем самым нам осталось только вот это задание с президентом и все. И мы его выполнили, вроде уже не будет никого здесь. Ну да, все. Давай, едь, ну, не тормози. Хоп. Сейчас кинцо будет. Вот и все. Все задания выполнены. Монументы ОК, тайники взорваны, 5 автобомб 5, агент спасен, президент ОК, снайпер схвачен. Первый пройден. Смотрим, что у нас тут, за что минусы будут. Ну, плюсы понятно, за все эти задания, все такое. А минусы за что? Нету никаких минусов. Нормально. Пароль прикольный с кириллицы наполовину. Отличная работа, капитан. Вы оправдали наши надежды. И к тому же спасли президента. Вон он стоит. Теперь мы наконец-то знаем, где находится крепость Карлоса. У пойманного снайпера была карта, на которой отмечены все важные объекты. А знаете, мне нравится это местечко. Я буду находиться в районе операции и передавать вам поступившую информацию. Дайте знать, если увидите хорошее место для серфинга. Как себя чувствуете, капитан? Вот что нас ждет. К югу от моста на мель села команда морских котиков. У них есть какая-то информация для нас. Сектор охраняется большим количеством противовоздушных средств обороны. Один из наших F-15 был сбит в этом районе. К счастью, нам удалось десантировать туда судно на воздушной подушке. Также нам известно, что Мэдмен хранит в крепости украденные контейнеры с плутонием. Ты должен найти их до того, как их выведут с острова. По неподтвержденной информации, где-то в этом районе базируется эскадра атомных подводных лодок. Найди их, уничтожь как можно быстрее. Ничего тогда, у вертолета задание уничтожить атомные подводные лодки. Миссия 2. Охота. И вот. Такой уровень. И тут уже будут кое-что новое относительно Death Strike. Ну, не буду забегать вперед, если кто не знает. Первое задание. Спецназ сел на мель к югу от моста. Нам об этом сказали. Забери с острова двух морских котиков и доставь их к спасательному вертолету. Они знают, как отключить защиту судна на воздушной подушке. Угу. Хорошо, вот эти две точки мигают. Слева от меня это
посадка, там вертолет спасательный. А вон там далеко наверху, это, ну, то место, где они находятся. Ну, значит, туда летим. Так, а вы что тут? Так. Акулы это плохо тоже. У нас есть код для отключения защиты HL9. Еще мы высадили все контейнеры с плутонием. Отвези нас к спасательному вертолету. Да без проблем. Сейчас будет. Вот. Хочу заметить, здесь вот идет мост, который я пролететь не могу. Вот. И, то есть два интересных момента. Этот мост идет, вот, видно на карте, через всю карту. То есть облететь я его не могу. Стало быть, как же нам попасть туда? Ну, возможно, кто-то уже догадывается, а большинство наверняка уже играли в эту игру и так знают. Нам об этом уже намекали 100 раз. Здесь же. И вот. Прототип модели HL9 захвачен пехотой противника. После того, как зачистишь территорию, пересаживайся с вертолета на судно на воздушной подушке. Да, то есть нам надо будет пересесть на вот эту воздушную подушку. Но есть такой прикол. Я сейчас его хочу показать. Для этого я сделаю сейф-стейт, чтобы потом вернуться. Сейчас. Забыл там, какие кнопки. Так, F5, F8. Короче. Сейчас покажу. Если получится. Ой, ой, ой. Нет, не этот. Нет, вообще-то не этот. Так. Не помню уже, как это точно делается. Да, здорово поколбасило. Я забыл, как же это делается. В общем, ну, можно туда прилететь. Как же это было? О, забыл. Раньше у меня получалось каждый раз, потому что на воздушной подушке тяжело выполнять это задание. Ну, все остальные миссии. Блин. А, или надо его вначале разбомбить, а не помню. А, по-моему, да. Нет, так, или задом, вот не помню. Так. Ну, блин, не попадаю. Сейчас, ну, немножко еще попытаюсь, хочу все-таки показать это, если получится. То есть там фишка в том, что меня должно откинуть не назад, а в сторону моста. И тем самым как бы оно пробросит. Как же оно? Ну ладно, сейчас если еще чуть-чуть попробую. Жалко, не получается, хотел показать это. Или надо именно все-таки с края, я вот не помню. Или может надо все-таки уничтожить эту крайнюю. Просто давно уже было дело. А после, ну, причем я последний раз, когда проходил им по-нормальному. Ну, с воздушной подушкой. Что оно не уничтожается? Прикольно. Не хочет что-то уничтожаться. Там вроде бы была фишка именно в том, что наоборот очень медленно подлетает. Во.
Отлично. О, вот это вот. Ну да, у меня один пулемет только. Ну то есть вот, можно продолжать, в принципе, выполнять все остальные задания на вертолете. Нет, я не буду это юзать, я просто хотел это показать. То есть это можно. То есть вот, все, полетели. Пожалуйста, выполняем. Вот. Но я, нет, я все-таки буду проходить нормально, загружаюсь. Все, полетели. Нормально выполнять задание. Так. Ну и все, тут ничего сложного. Садимся и прощаемся с вертолетом. Ой, такая дребедень вот эта вот воздушная подушка. Во-первых, у нее вместо хеллфаеров мины. Они мощные, но их неудобно юзать. Ну, это же мины. Вот. Ну и гидра 50 вот. И брони 800 только. Третье задание. Скоростные катера перевозят 10 контейнеров с плутонием. Уничтожь катера до того, как они доедут до берега и разгрузятся. Собери как минимум 8 контейнеров. Ни в коем случае не расстреливай их. Ну, поплыли. Так. Хоп. Ну, это, на этом-то официально можно проплыть и норм. Ладно, поплыли. Надо бы подготовить себе немножко. Ой. Ну, как бы патронов там всяких. Вот топливо. Где его только найти, еще непонятно. Вот эти деревья, конечно, эти лучше уничтожать, потому что ты потом на них врезаешься постоянно, когда несешься куда-то. Так. Очень неудобно лодки убивать. Ну, в общем, тут я, скорее всего, буду крабить. Бомба не Плутоний, покажи местным жителям фейерверки. Да не, он же от обычных боеприпасов, он не будет ядерным взрываться. Вот Плутоний. Так. Если быстро наехать, он тоже взорвется. Так, боеприпасы есть. А тут еще была одна, это зенитка или что это? Ну, в общем, какая-то не очень пушка. Броня нужна? Ой, да, нужна, а то меня сейчас потратят. А остальное? 5 гидр. Но минами я пользоваться буду только на подлодках. Потому что я ими как-то особо не умею пользоваться. Не, ну, конечно, могу попытаться, но как-то это не очень. Для этого мне надо как минимум обогнать еще это. Да сколько же они брони там мне сняли? Почти половину. О. Так. Бомбони необычную. Ну не, я ж не ученый в игре. И как провести эту подрыв Плутония, не имея представления. Так, что тут у нас? Ничего нет. Вон. А, это не с Плутонием, но он тоже мешается, надо уничтожать. А, о боеприпасы. А мне? Ну, сейчас как раз таки. Да. Так. Мало брони. 15! Ремкомплект. Но его защищают. Ну так ты создашь дома какой-нибудь это. Ну там.
Не очень. Да, но сейчас меня потратят вообще. Я, конечно, попробую там что-то сделать, но что-то мне кажется, что это потрачено. Просто по пути сейчас завалит кто-нибудь. Вон, вон. Типа таких. Ну, вряд ли это неохраняемое. Ой, ну да. Дома нет такой плутония, ну. Печалька. Чё ж ты такой незапасливый-то? Ну вот и первый взрыв. Так. Поплывем в ту сторону. Препод моей химии школьной факультеты рассказывает всякие интересные штуки. Явно не согласованность с Министерством образования. Ай-яй-яй. Так, тут где-то топливо должно быть. На чем воздушная подушка работает? Наверное, на бензине обычном. Так, плутоний. Ну, по крайней мере, баки и для вертолета, и для подушки подходят. Так, не упустить. В грузовик поехал с плутонием. А лодка тут что, есть что-нибудь? Так. Под грузовик можно мину, конечно, подложить, попробовать. О, получилось, лол. Так. Где плутоний-то? Вон он поехал. А, не, минами, кстати, прикольно пользоваться, а я что-то раньше как-то не шарил. Так, это пустая. Так, тут еще не подвезли плутоний. Надо грузовик сразу уничтожить. Так. А, три мины всего лишь. А где боеприпасы у нас? Прям передо мной. Ну да. Короче, я себе полброни потратил просто ни на что. Так, плутоний. Ну давай, уже едет там куда-то, намылился. Ой, врезался в плутоний. О, миссия выполнена. Но мы это остальное соберем. Тут где-то туалет должен быть. Мне надо в него. Так, где-то тут, что ли? Выше. Во. Ой-ой-ой, я думал, сейчас подбомблю это. Во. Тут прикольные вещички. Так, ремкомплект. Интересно, возьму или мне еще одну жизнь потратят? Да, кстати, я вообще совершенно не заявляю, что я пройду там, например, этот уровень с первого раза, там, или следующий, или там особенно восьмой. То есть это вообще не гарантируется. Ну вот. 120 брони осталось.
Ну тут броня есть, но мне бы ее не уничтожить для начала. А, мне повезло. Так, лодочку уничтожим сейчас по-быстрому. Верим, что не пройдешь. Я знаю. Чатик он такой. Так, вот это поехало куда-то. В принципе, я могу плутоний подорвать, если надо. Ну, как бы. Так, я доеду до того. Ой, что с текстурой? Лол. Да. Ну, блин, у меня текстура испортилась. О, починилась. Я не сломал, но сама сломалась. Я же ничего такого не делал. Ну бывает, зато финалку он. Так. Подорвал лодку с плутонием, сам плутоний норм. Так, F-15 потерпел крушение в этом секторе. Спаси пилота упавшего самолета. Он знает, где находятся атомные подводные лодки Артеги. Не задерживайся, самолет может утонуть в любой момент. Ай-яй-яй. Идем на спасение. Стоп-стоп-стоп, надо тут... тут топливо, надо его обезопасить сразу. Где-то я же видел там на карте, вон на том острове. А, ну тут всего лишь человечек. А, вон лодка. Кстати, мы эти лодки-то можем включить, в принципе, показ. Вот. Катера. Их же немного осталось. Лечить? А, ну бывает. Так, боеприпасы. Не, пока не надо. Так, вон а установки. Как раз таки там, где у нас пилот. Рядом лодка. Я думаю, вначале лодку надо освободить от страданий. Теперь вот это. И теперь привет. Похоже, ты спас Безликого. Посмотрим, насколько круто он умеет стрелять. И, наконец-то, у меня новый пилот. Ну, то есть, я теперь стреляю круче. Атомные субмарины класса Альфа, броня 500. В этом районе находятся 4 подводные лодки Артеги. Ты должен уничтожить их до того, как они смогут нанести ядерный удар. Будь осторожен. Так, и уничтожим технологии. Ничего себе он там стреляет. Ты не хочешь в самолет стрельнуть, нет? И, кстати, прикол в том, что он стреляет-то быстрее, это круто, но только он и боеприпасы быстрее расходует, ну, пулемет. Так. Ну, мне там субмарину убивать с вертолета, это как раз самое проблемное. То есть, вот, когда проходишь здесь на вертолете, то в нее надо там кучу просто боеприпасов выпустить. Да, точнее, стреляет. Вот, а
Тут, в принципе, достаточно, по-моему, двух мин на каждую лодку. Главное попасть и желательно поменьше себе урона получить. Так, где-то тут она. Все. Следующее. Броня 300. Плохо. Где у нас там ремкомплект? Вон внизу, а там есть возле него что-то? Так. Нет, в принципе, он свободен. Но я думаю, я попробую без ремкомплекта одну уничтожить. Потому что их тут еще будет. Всего же 5 их. Поэтому мне надо постараться сейчас ее уничтожить без потерь. И потом уже возьму броню. Ну, ремкомплект. Так, горючая. Да не. Да ты кто? Я тебя не хотел вообще. Взял 90, потратил. Печалька. Да ты вообще ни о чем. Есть. Теперь осталось доехать до брони. А, кстати, вон там броня вообще-то, возле подлодки прям. А, где у нас пушки? А, нет, там стоят. Так что мне нужно до той ехать. Но по пути меня тоже катера ждут. THX, привет. Ну, это такой уровень. Тут мы пересели на воздушную подушку, потому что там мост надо было проплыть. И его невозможно без воздушной подушки никак пересечь, потому что он очень длинный. Вот он, этот мост. А на воздушной подушке просто снизу проплыл и все. Все, берем броню. И идем уничтожать подлодочку. А, боеприпасы. Ну, у меня, в принципе, две мины, мне этого достаточно. Ну, хотя, если по пути где-то есть прям, то можно взять. А, вот прям рядом со мной. А с горючим что? О, все, горючее надо. По пути есть, отлично. Плавающий утюг. Ну, да. Так, где? А, причем еще меня радует, если заканчивается топливо, то подлодка разваливается. Ой, ну не подлодка, а это, ну, воздушная подушка. Так, где это? О, вон она, вон она. Бабах! И последняя субмарина нам преподносит сюрприз. Она не плавает. Ну, в смысле, она не плывет вперед. Ну, да. Так. Поэтому в нее придется кидать кучу гидр. Ну, попробовать можно и мину прям на лету бросить, но, по-моему, это не особо не получается. Ну, у меня брони много, патроны полные, ну, боеприпасы. Не знаю, на ходу попробовать врезаться и... Нет, это не получается так. Здесь просто мочить. Закончились. Следующая. А, вон прям за ней там. Надеюсь, там не охраняет никто. Так. Может, все-таки получится? Нет. Ой-ой-ой. Все. Все миссии выполнены.
Возвращаемся к нашему вертолету. Кстати, не очень понятно, где это находится территориально. Ну, как бы тут не объясняется, то есть какой штат там, ну, что-нибудь такое. А так я, ну, просто не узнал. Вот. Вернулись к вертолету. Осталось только долететь до посадки. Второй пройден. Посмотрим, есть ли минусы. Не, минусов никаких нету. Пока что. Ты говорил, что твоя армия защитит мой плутоний. Один пилот выкрал все контейнеры и потопил все твои подлодки, как обычные резиновые плоты. Это невероятно, мои катера должны были нейтрализовать его еще до того, как он появится в зоне погрузки. А он не должен помешать нам, я требую, чтобы твои солдаты сожгли его, словно кучу мусора. Я хочу, чтобы от его вертолета остались обгоревшие останки. Моя армия готова встретить его. Если он осмелится сунуться в мой лагерь, то наткнется на огненную стену. Рад снова слышать вас, капитан. Продолжим наши посиделки. К несчастью, враг заметил нас на своих радарах, поэтому все в этом секторе готовы к встрече с нами. Для отслеживания перемещений наркобарона в этом районе нужно установить подслушивающую аппаратуру. Посланный нами эксперт был захвачен в плен и содержится в одном из бараков. Вы должны спасти его и остановить на объект. Доставить на объект. Затем необходимо поймать несколько вражеских командиров, чтобы узнать что-то. Основной вашей задачей в этом секторе является обезвреживание ядерных реакторов, которые Мэдден планирует использовать для создания бомбы, наверное. Не видел там последнее слово, не успел. Миссия 3, лагерь подготовки. Это там один из моих нелюбимых уровней, какой-то он не очень, честно. А там нет, установка жучков не при помощи вертолета. Ты, видимо, этот уровень не проходил, вот там. Так. Лагеря подготовки. Разнеси все лагеря подготовки, уничтожь смотровые вышки и всех солдат противника. Ну, короче, тупо мясо. Полетели. Где вы тут? Так. Опа, опа. Нет, этого надо было взять в заложники, но я не попал просто случайно. Так, не попадаю, что ли? Тут так неочевидно, надо попасть как-то. Ух ты какой. С базукой там стоит. Да что такое? Почему ты стреляешь вначале безоружного? Штурман, я тебя для чего взял? Как это попасть вообще? Ой, жесть, не люблю вот это вот. Ты сейчас стрелял в землю и убил весь лагерь. Ой, я взорвал что-то. Боеприпасы. Печалька, что? Ходил, но очень давно, этот комент был по тексту, скажи, специалист стал жучки, но и поймали или перепарали. Ну да, специалист в бараках. Мне надо захватить специалиста и обратно отправить ставить жучки. Вон, я уже почти половину пулемета израсходовал. Так.
Здесь реальная ситуация, когда пулемет заканчивается, а хеллфайры остаются. Так. Ну давай заложника возьмем. Нам броню-то надо, если что. Ты оружие-то бы кинул, стоит он там. Заложники просятся. Так. Лови Hellfire. И ты. Ух ты, какие тут. Опять он стреляет безоружного. Тут два с базукой стоят. Ну что же такое за штурм-то? Во. Ой, что-то все мимо. А, так эти вообще лагеря не обязательно разбивать, надо только сами вышки. Да ты чё? Да ты чё? Жесть. Издеваешься? Какой-то косой, если честно, штурман. Так. Вот он сейчас влево стрелял, ну... Не, ну в принципе-то там оба с оружием были, но почему? Я же направлял в совершенно другое место. Так. Не, ну просто он-то почему лезет? Понятно, потому что если он будет не лезть, то я его застрелю, как бы это логично. Ну, летим на базу, там у нас и боеприпасы, и это есть. О, прикольный. И заодно брони пополним чуть-чуть. Ну, одного высадим заложника. Так, что-то у меня 8 литров осталось. А, стоп, или я тут могу высаживать? А. А, нет, тут не могу высаживать людей, понятно. Это вот там где-то. А пока я нигде не могу вообще. Специалист оружейный, сейчас он не сами военные принадали. Может быть. Может быть. Так, площадка охраняется противником. Зачисти территорию и доставь сюда зеленого берета. Он дожидается тебя где-то в джунглях. Да, помню это задание. Такое несложное. Там почти что никто не охраняет. Главное, опять же, своего не убить таким-то штурманом. Так. Где ты тут прячешься? Стоп. Ну, это, конечно, штурман, спасибо на данном случае. Я думал, это враг. Так что тут чуть-чуть сейчас было бы закраплено. Что-то я, по-моему, зря это уничтожил. А, ну вообще там был американский флаг, значит не надо было уничтожать. Либо надо было флаг тоже уничтожать, чтобы не было следов. Ну, почти сел. Хоп. Демократию привезли. Так. Да-да-да, раскировка на высоте. Мобильные радары. MPX-254B. Выследи и уничтожь три мобильных радарных установки, обороняющих танковую площадку и казармы. Но тут начинаются проблемы, потому что их охраняют Шеридана. Шеридан, 23-миллиметровая пушка, броня 150, мощность 30. Это очень быстрые и крепкие танки. Их низкая мощность компенсируется высокой частотой стрельбы. Другими словами,
от их огня тяжело скрыться, а кидают на землю они меня быстро. И только посмотрите, сколько их здесь. Небось, еще гиф там пел. Их здесь просто огромное количество. Вот. И не удивлюсь, если один из них меня к земле-то вернет. Ну, надеюсь, нет. Вот. А, боеприпасы есть, все есть. А стрейф это что такое? Я не знаю этого слова. Вот он, вот он. Да куда ты делаешь, ну? Вот он мне уже снял 300 почти. Ну это правда я затупил, я согласен, но тем не менее. Так, один радар есть. Так, там, наверное, тинтерзон. Туда вообще лучше не лезть. Держу какую-то кнопку, может двигаться, не изменяет направление. Да ладно. Нет. Ну, по крайней мере, X, Y, Z вроде нет. Я вроде их настраивал на геймпаде, но нет. Может быть, кнопка мод? Я ее вроде не настраивал. Ой-ой-ой-ой-ой. Фух. Вот чуть не свалил уже сейчас. Да уничтожься, машинка эта. Фура. Так. Броня у нас где тут была? Да у нас не показывается опять броня, да что ж такое-то? Придется искать, где тут была. О. Меня тут встречают. Так, ищем броню. Не то. Так. Была же где-то. Вот она. Ну как это? Это же огонь. А, лол. Я вообще не знал, что такое есть. Да. Ну я не знаю, вряд ли буду этим пользоваться, потому что я не привык, а сейчас переучиваться смысл. Не, я не знал, что такое есть. Так, радары мы уничтожили. Дальше, эксперт. Вражеские бараки. Спаси нашего эксперта по связи и отвези его к телефонным столбам, чтобы он установил аппаратуру для отслеживания перемещений наркобарона. Ну вот там куча всего интересного. Так, боеприпасы по пути прям. Тор, тебе плохо? Ну, идем мочить. Так, посмотрим, где танки. Ну, знаешь, откуда ты знал это? Тебе кто-то сказал? Или у тебя инструкция была? На коробке сзади не написано. Вот у меня коробка передо мной. Здесь это не написано. Ну, правда, у меня пиратка, ну. Вот. А где мне еще было об этом узнать? Чисто случайно, ну, не сложилось.
Так, где Шеридан? Ну вот, видишь? Мне никто не говорил. Но к тому же, все равно же, он же выстрелит. Ну, то есть, это только если нет боеприпасов, или если мне нужно выстрелить Hellfire, а так-то, ну, как-то не очень. Тратить из-за этого. Ты кто? Лучше бы сдался в заложники. Вот ты чё в дом стал? Это типа заложники, я так понимаю, но... Америкосы эти, солдаты типа там. Ну да, я так и собираюсь. Ну а смысл сейчас переучиваться, я буду только фейлить больше из-за этого. Так, тут вышки еще есть? Вон есть. Нет, пулемет вот, это только Hellfire. То есть вот смотри. А. Понятно, если я удерживаю, то он и не выстреливает. А если просто нажму, то выстреливает Hellfire. Ну, короче... Они рассчитывали на трехкнопочный контролер, а кнопки X, Y, Z вообще не используются. А вот в Urban Strike там используется кнопка X. Да, игра-то продуманная оказалась. О, броня. Кто стреляет? Ты кто? А ты кто? Так, у меня есть место? Да, я и говорю, что смысла сейчас нет. Так, я еще могу двоих взять. Ну, с этим штурманом... О! Круто то, что... Я просто нажал и держу эту кнопку, и он стреляет быстрее, чем если я буду нажимать ее сам много раз. То есть, наконец-то, мне не надо долбить эту кнопку. Может, не было шестикнопочного контролера? Сомневаюсь, игра... По-моему, 2000... Ой, 90 какого-то года. А, или на всякий все игры 90 какого-то года. Так, мне нужно топливо, но оно тут где-то валяется. Два пилота, шесть заложников, как безопасно. Нет, это не заложники, я так понимаю. Ну, в смысле, это заложники вражеские, ну, то есть это наши союзники. Потому что они... Лестница, когда опускается, она была пустая, значит, они добровольно заходят. А если лестница опускается и там штурман... Значит, это мы берем в заложники. Так. Ну, конец, а то разобрался со своими стримами уже. Так, тут что у нас? О. Вон лестница пустая, значит, это свой. Ну да, здесь-то выбора нету на 6 кнопочной. Да, бывало, что вот в Urban Strike, по-моему, уже есть выбор типа 3 или 6 кнопок. Именно из того, что там кнопка X задействуется. Вот. Здесь же нету. Ну, возможно, еще не было, не знаю. Почему патч не выпустили, обновку, DLC? Если рухнут, сдохнут все. Ну да. Не, ну можно угнать.
Так, а я, по-моему, уже не могу людей таскать. Так, ну извини, тогда бегает тут. Ладно, полетел сдавать. Надо танки уничтожить, пусть броню мне потратят. За как раз. Тут где-то вроде танки были. Вот один. Но он мне не потратил даже ничего. Опа! Жизня. Двадцать две раскраски вертолета. Кстати, жизни опять даются 3 жизни на каждом уровне. То есть, если у меня даже одна осталась, я перешел на следующий уровень, мне дается 3. Как-то вот дергается все изображение, не очень. Глаза начинают вставать от такого. Так, а сколько у меня... А, ну все, броню мне уже все восстановили почти. Боеприпасы надо найти. А, ну там их полно, наверное, в этом лагере. Не, не полно. Ну ладно, я возьму по пути. Это меня вот глаз мозолит. Не, это очень неудобно. То есть я вот как я бы должен сейчас стрелять? У меня же занят палец, а другой очень неудобно. Ну это очень как-то. Это надо прям руку изгибать, непонятно как. Либо изначально располагать типа 3 пальца на 3 кнопках. А я привык переставлять палец. Ну, Б и А можно, но я что, буду тратить гидры, что ли, на эту вышку ненужную? Кто тут? О. Так, у нас тут вроде с горючим проблем нет. Да. Так что еще немножко подожду. Ой, чуть не убил своего. Так, где-то тут еще бегает один. Так, Б и С, ну, надо именно А держать. Где этот сам-то эксперт? В каком-то из этих домиков. А, вон еще третий есть домик. Вот он, наверное. Теперь эксперта нужно доставить к телефонным столбам, чтобы он подключил аппаратуру. Ну, либо управление поменял, либо я говорю, делал именно, то есть там одним пальцем держал А, ну то есть как бы руку как бы сверху на геймпад, если класть, то можно, но я так не привык. Где у нас тут что? Все что ли? А, ну в смысле все, надо да, его доставить. И там у нас, естественно, Шеридана. Ну, в принципе, можно их и облететь. Ну, не знаю, наверное, управление поменял.
А, 6 людей, ну ладно, мне-то там их не надо брать. Главное не наткнуться на что-нибудь опасное случайно. Лопасти в провода никогда не попадают в этой игре. Все, АНБ приступила к работе. Танковая площадка. Уничтожь все танки, пока они не готовы к бою. Да не вопрос. Так, главное облететь вот этот радар, а то меня там могут потратить. Ой-ой-ой. Некоторые танки тут все-таки готовы. Вот этот, например. Так, этот бумажный. Так, а ты чё? Понятно. Ты куда ты стреляешь? Ты, ну, жесть вообще. А, я не знаю, что это сноуброс. Пойду высажу людей, пожалуй. Прикольный такой оазис тут. Сколько там людей помещается в этой палатке? Не знаю твое счастье. Ок, понял. Неудобно лететь за боеприпасами. Ну, придется. Хотя, ладно, гидрами попробую. Может быть, там будут боеприпасы за место какого-нибудь танка. Так, вот я не туда залетел. Так, где вы тут все? Готов. Чё танкист? Без танка вообще не силен. Давай, садись. Так, горючая, вон она. Ну, знаешь, вот буду проходить Urban Strike, посмотрим. Так, новые припасы заодно туда надо взять. Так, танки все. Мобильные радары опять. Чтобы незамеченным пролететь к штабу и складам, уничтожить 3 радарных установки. Ну, точно такие же, как и были до этого. Тоже их охраняют Шериданы. Ну, полетели уничтожать, что. 70 уровней, что-то кошмар какой-то. Вот Danger Zone это плохо. Они снимают, значит. О, сейчас он меня свалит, да. Ну, потому что Danger Zone, он снимает одним снарядом. Кошмар сколько.
Он мне уже сейчас снял 240. А я в него выстрелил кучу патронов просто. Потому что здесь радары тоже придают не только знание, где находится объект, но и мощи, и брони. Так вот. Всегда это прикалывало, блин. Такой бред. Сейчас еще тут одну посадочку зачистим. А, тут даже защищать не надо. Что-то мне казалось, вроде ее охраняют. Так, тут танк ездит, ну давай потратим. А, зря, это еще рано сюда я сунулся. Рано, рано, я знаю. Все, все, все. Нет, 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 нет. Он 41 этой пулькой своей потратил. Погорел, да. Ну, это... Я бы не сказал, что я закрабил, просто там жесть была полная. Вот это вот уже нормальные танки. Может быть, тут порядок имеет значение, но я не знаю. Да что ты тут стреляешь? Там, где там следующий радар? Ну вот прям на меня был направлен. А, ну правильно, у него уже радар. Радаром они всегда на меня направлены. Огромный серьезный повод, 52 не бегаем с ними, что спасают своих тян. Опасные не 20 грамм, бегаем тянка не спасают. Да ладно, в этом суть игры. Вообще никогда не слышал про такое. Так. А, горючее не надо еще. Смотрим следующее задание. Штаб. Штаб центра подготовки. Уничтожь штаб и захвати 3 полевых командиров, чтобы узнать секретные радиочастоты. Не вопрос, наверное. Без радаров там уже теперь не опасная зона. Поэтому они не будут мне тратить одним выстрелом там по 100, по 200. Вначале зачистим, потом уже да, не дендерзон, печалька. Что-то я не хочу туда лететь. Не, хотя уничтожаются они нормально. Так, что тут еще есть? Тут вроде боеприпасы должны быть и все такое, или нет? Ничего нету. Да, это из-за тебя, Danger Zone? Вот жесть, а. Но мне как раз топливо надо. Так, у меня брони вообще ни о чем. Кто-нибудь помнит, где-то была броня взять? Я не помню. Ну сейчас же свалят опять, ну. Так, боеприпасы тут есть где-то. В принципе, я зачистил, но, по-моему, там еще выйдут. А, там к тем уже в самих этих зданиях, по-моему. А, вот же лежит, лол. Все. Да, северо-восточный, правильно. По-моему, тут зенитки в нескольких домах этих находятся. О.
Давай, говори радиочастоты. Не сказал. А ты? Не сказал. Нет, да нет, так странно. Раскололся. Наконец-то мы узнали радиопароль. Вот он. 64LYE4DT4. Но я не думаю, что ты сможешь его запомнить. Скриншот сделать? Так. Тут вроде все. Следующее. Склады с оружием. Ты должен разрушить склады и вывести в безопасное место все атомные реакторы. Будь осторожен при их транспортировке. Не, вообще нормально, да, что я могу вертолетом поднять ядерный реактор? Мне кажется, это как-то... Ну, по крайней мере, не таким вертолетом. Ну, ладно. Редин ФР, привет. От покемонов устал. Надо что-то другое. Как бы разбавляю время от времени. Вертолета нотпада нет? Нет. Зачем? Так, что тут? Кто охраняет-то? Да я прикалываюсь. Ну, конечно, чтобы записывать, но есть должно быть, но... Они думают, что нет. О! Ядерный чемоданчик тут какой-то. Ну, коробочка, ладно. Опа! На потом затылки штурмана написать. А с чего ты взял, что он лысый вообще? Так, плутоний. Хочется думать, что лысый. Понятно. Все. А осталось только с 30 литрами горючего дотянуть до базы. Далековато лететь. О, ну-ка давайте посмотрим, что тут. По-моему, что тут прикольно лежит. 10 лежала лебедка. Ахаха. Ну теперь она мне вообще зачем, если я уже все больше ничего брать не буду. Вот так, без топлива посадил уже. Вертолет. Посмотрим, минусы опять же есть. Третий пройден, кстати, да. Ж-100, это что такое? Пароль заканчивается на тся. Итак, четвертый уровень. Итак, доктор Фаулер, как вам понравилось ваше новое жилище? Это возмутительно. В мой дом ворвались какие-то люди в масках и притащили меня сюда. Что все это значит?
Вы находитесь в моей крепости. У вас есть шанс быть нам полезным и создать для нас ядерный арсенал. Это было бы... Нет, это невозможно. Я боюсь представить, что может случиться, если у вас появится такое оружие. Идиот, ты будешь сидеть в яме с тарантулами, пока не согласишься работать на нас. Я научу тебя повиноваться. Тебя уже поджидают несколько твоих упрямых коллег. Один из вас может остаться в живых. Приятного времяпровождения. Прекрасная ночь, не так ли? Для вас есть работенка. Мэдман похитил 7 наших пехотинцев и держит их в одной из своих тюрем. Также были похищены 3 ученых-ядерщиков. Всех их нужно спасти. В этом же районе находятся фабрики по сборке оружия. Ты знаешь, что с ними нужно делать. Будь очень внимателен. Сектор охраняется звеном вражеских вертолетов и отрядом солдат с приборами ночного видения. Миссия 4. Ночной удар. И вот он, ночной уровень. Ой, довольно-то печальная история. Здесь с топливом проблема, я помню. Потому что его надо находить. То есть, вот, смотрим. Ремкомплект. Нету. Пули. Нету. Горючее. Нету. А вот окрар. Хоть отбавляй. Вот. И даже посадка неизвестно где. Пока что. В общем, вот такой тоже уровень. Напряжный немного. И главное, что он темный. Не видно ничего. Когда мы стреляем, он освещается. Вышки. Взорви 8 вражеских смотровых вышек, иначе боевые вертолеты легко засекут тебя. Ну, полетели тогда. Желательно их уничтожать, а то потом я в них врезаться буду. Кошмар. Попасть еще надо. О, стоит тут. Где вышка? Не вижу. Нет. Тут нет пирамид. А, выкручивал. А тут не поможет выкручивать яркость, потому что здесь же тупо чернота. Ну то есть. Ну блин, это же Sega. Ну там просто черные текстуры и смысл, то есть. Практически нет от этого пользы никакой. Так где его вышка эта, ну. Не понял. Это вообще была не вышка, что ли? Нет, это я вообще не туда залетел. А, нет, туда. Ничего нет. Так, где она? Так, следующая. Стоп, а чё она не исчезла? Не понял. Ой. Явно не туда полетел. Вот эти штуки, в них содержатся как раз таки всякие вкусняшки. Вот. О, горючее себе обеспечил пока что. Да, даже фонарь не смогли на зарядник поставить, действительно. Но возможно, знаешь, из-за чего? А, типа, ну, чтобы не обнаруживали издалека там. Ну хотя могли бы, безусловно, сделать хотя бы кнопку, типа включить фонарь. И пусть бы, да, из-за этого меня легко обнаруживали бы. Ну, как бы. Я бы, когда мне надо, мог бы включать. Так, все, первое завершено. Дальше. Зеленый берет с факелом. Найди его в лесу и доставь на посадочную площадку в деревне, но сначала уничтожь там всех врагов. Так, ну...
Давай-ка вначале возьмем его. Ну, как бы. На самом деле, я думаю, свет от фонарика видно все-таки. О! Свет от фонарика видно дальше, чем этот. Ну, блин, чем шум. Так, это я уже кусок следующей миссии выполняю, но просто, чтобы потом не возвращаться сюда. И да, вот это вот, то, что сейчас видели, это такой бред, вот, типа, мы уничтожаем посадочные площадки. То есть, по сути, рисунок на земле мы уничтожили. Ну, нормально, почему нет? Ну, там рисунок, лампочки, ну, в общем, жесть. Так, здесь надо все откапывать сразу. Ну тут эти есть БТРы. Так, это хорошо. А ты кто? Получив площадку. Да это жесть. Наконец-то. Что ты в эти домики-то не стреляешь? Ну ладно, в них, скорее всего, ничего нет. О, убил кого-то. Че, я взорвал что-то? А. Ну, 6 ракет 7 мимо. Ну да. Он бежит. Сейчас меня БТР заметит, наверное. Точно. Лоу армор, но нас здесь надо садиться. Вон, я уже пулемет почти потратил весь. Причем я этот домик, куда они заходят, могу уничтожить, и они будут в дырку заходить. Но так как в нем ничего нету, поэтому, ну, в принципе, не буду. Вообще деревня довольно странная, ну, как-то не похожа на американские. У меня закончился пулемет. Так, где у нас горючее? А, у нас даже... Я забыл, да. Здесь же горючее не показывается. Где-то ж было, да? Лол. Лол. Сейчас я это... Где оно было? Во. Жесть, повезло. Надо запоминать, я забыл. Так. Армор взять, думаешь? Ну да, в принципе. А вот ремкомплект почему-то показывается. У меня один человек есть еще, не знаю, в принципе. Ну, ладно, возьму армор, потому что мне с вертолетами биться сейчас. А, вот. Так, горючее у нас справа от посадки есть. Ага, надо запомнить. Фу, так. На самом деле есть хитрость одна. Но я не буду ее делать. Здесь последняя миссия. Называется «Командир». Если его сразу пойти взять, то у нас будет показываться, где горючее, где боеприпасы. Ну, это, ну, как бы... Ну, не то чтобы чит, но, как бы... Будем выполнять по порядку. Вот. Вертолеты Апач. Артега угнал звено боевых вертолетов и спрятал их в этих джунглях. Уничтожь все вертолеты и их посадочные площадки. Вот. Ну, боеприпасы, в принципе, еще есть. А, ну да, только не те, правда. О, лебедка. Это просто отлично.
Штурман, ты... Ладно. Вертолетик-то крепкий. Кто еще там стреляет? Ой, да жесть же, ну. Все, закончились. Все, боеприпасов тупо 0-0-0. А где боеприпасы были? Так. Не, следотка это круто. Полетим он к дальнему верхнему. А, это Южная Африка разве? А я думал, это в США происходит, не? Какие текстуры пропали? Никакие текстуры не пропали. Так, где следующий? В смысле? Ну тут просто темно. Это типа ночная операция. Вот у них вертолеты не хуже, чем мой. Но почему они так сливают? Пилоты дна. Ночью уголь. Так, надо запомнить, боеприпасы, вот они. Прям вот сверху над вот этим вот выступом на карте светлым. Так, далее. Они трезвые. Ну что ты там намекаешь? Так, миссия выполнена, но мы добьем вертолетик. Если честно, ты мне только что вообще, можно сказать, глаза открыл по поводу того, что это происходит не в Америке. Лол. Ну, нормально вожу, чё. Воздушной подушки судно же нормально вроде, в принципе, управлял. Так, что мне делать с броней? У меня только один человек могу высадить, ну как бы. Это не очень так. Боеприпасы надо взять. Домик. О, отлично. Так это я вообще-то стукался пальму, это же я на этом же вертолете. На своем. Так, топливо у нас где-то тут справа, да, вроде было. Все, надо не тормозить, потому что я не знаю, где у меня еще топливо есть. То есть я не находил. Ученые-ядерщики. Артека похитил 3 немецких ученых. Взорви их бамбуковые клетки и отвези ученых на посадочную площадку. И сразу же 5. Американские пехотинцы. Эти захваченные в плен солдаты содержатся в 7 ямах. Вызвали их и сделали так, чтобы они вернулись домой живыми. Ну, то есть это там в куче просто все происходит. Так, мы полетели.
Зари бамбук, только это сейчас подсадить. Ну, как бы да. Во. Как бы запомнить? Ну вот в центре вот этой вот кусочка леса справа от белого, ну от светлого. Не знаю, как-то запомнить еще. Где этот? Все. Ну подумаешь, ракету пустил в эту яму, она взорвалась об эту сетку и все. А те, кто внутри, они целые. По-моему, нормально. Кидать. Так, броня 240, уже интересно. Кто тут? Ага. Где? Должны выйти были. Так, еще двоих могу взять. Так, у нас вот тут горючее находится. Ну, хочу как на видосе. Так, ключи мне пока не надо, но уже скоро. Все, 6 человек. Так, я успею до посадки? Да, успею до посадки и обратно. Брать телефон, то он лежит за километр от компа. Не знаю. А, блин, или планшет опять, что ли? Ладно. Так. Броними там восполнить до 800, наверное. Не больше. Ну, до 800 с чем-то. Не, прикольно, такая тишина, хотя двигатели работают, в принципе. 830. Правый. Но мышка, она же не предназначена для левой руки. О, выбежали сразу. Где-то в темноте плохо видно их. Так.
Да что такое? Ну, не знаю, как-то привык правый. Почему отмазка? В смысле, как будто это какое-то опьянение. Почему отмазка-то? Похоже, мы нашли Роза. Теперь нам известно, где находятся фабрики. Это мужика зовут Роз, что ли? Так, осталась одна. А, ну я миссию выполнил и пятую, не, четвертую. И теперь пятую. А, нет, да, все правильно, четвертую, пятую. Шестая. Фабрика по сборке самолетов. Наркобарон построил 11 ангаров, в которых собираются боевые самолеты. Уничтожь все, что находится в этом квадрате. А не проще ядерку туда кинуть? Ну ладно. Не проще, так не проще. Так, горючее у меня там справа еще есть одно. Ну там, в принципе, будет попадаться нам по пути. Ладно, думаю, можно лететь, в принципе. Готов к тренингу. Опять эту упоротую игру будешь играть. О. Мне кажется, или у меня пулемет стал быстрее стрелять еще? Так, где тут? Ого. Эй, я думал, я тебя пристрелил. Закончились, пулемет закончился. Не, реально круче стал стрелять. А, походу я пилота нашел. Вот это Роз. Так. Следующее. У нас тут боеприпасы надо заполнить. Почти научился проходить ракушки. Ну-ну. Так, надо заложника взять. Получай. Еще две хеллфайры надо выстрелить куда-нибудь. Ой. Конечно же, один мимо надо было, ну как же еще? Что с горючим? С горючим пока что печалька. Я не вижу горючего. Может быть, вот тут есть? Ага, броня. Ой, как кстати. Да, хотя нет, не кстати. У меня есть 5 людей. Так. Ладно, полечу тогда до посадки, высажу людей, потом наверх за горючим. Надеюсь, по пути меня не собьют. Тут очень уж интересно, что лежит. Ну, давай выстрели в это. Ух ты, нет, все, все, понял. Мне не интересно, что это. Придется вначале взять горючее. Где-то тут было. Где-то вот она. О, тут что? Ага, боеприпасы. В
бросил за борт, что ли? Фух. Не, лысый. Вот сейчас вышел, наверное. А пароль переписали на затылок новому. Ну, пошли следующего уничтожать фабрики. Если наткнусь на то, что меня стреляло, то, конечно, порешаю. Но не знаю, тут так не пон... Вот это, наверное, меня стреляло, да? А где тогда тот ящичек? Вот это что ли? О! Отлично, запомнили, вон там дырочка такая в лесу, вот на ней. Нет, этот штурман вообще норм. Давай заложника. А где детали самолета? Кто стреляет? Ой-ой-ой. Там сверху у нас была где-то броня, я помню. О. На этом уровне я еще ни разу, да, не упал вроде как. Ну да, 3 жизни. Так, боеприпасы все есть пока что. Что тут я еще не уничтожил? О. Коробочка. О, во, еще броня. Запомнить надо, вон она где. Так, что у нас тут? О, истребители. Неплохо. Мне, чтобы угнать и использовать против них. О, боеприпасы. У меня пулемет заканчивается. Так, боеприпасы есть, броня... А, вон там прикольный... стоит. Я прикол в том, что я не могу выпустить одну гидру. Он стреляет сразу 2. Ну хорошо, хоть он не уничтожает при этом там боеприпасы или что-то. О, исчез. Я аннигилировал его. О, подарочек. Запомнили. А, возьму даже. Почему нет? Что у нас тут еще? Давай, авто на воде. Сколько у меня еще их? 3. Пойдешь? Да сейчас. Да. Где там были боеприпасы? По-моему, он там сверху слева, да? Вроде. Или нет? Что-то я уже потерял. Ой, там что-то было. Забыл, где были боеприпасы. Тут броня вроде... Ой, там танк. Где были боеприпасы-то? Здесь, что ли? Вон, точно. Кто там дальше? А, я там еще вроде... А, ну да, вот это-то надо посмотреть, что это такое вообще. Наверняка боеприпасы.
Да что ты не можешь попасть? Ага. Ничего нет. А, ты заложник? Ну ладно. Так, смотрим. А, сейчас тут. Кто стреляет меня? Не вижу. А, вон. Смотрим седьмое задание попутно. Вражеский командир. Этот эксперт по оружию знает, где в этом районе хранятся боеприпасы и горючее. Вот-то мы его сейчас и захватим. Ну, потому что мы уже сюда подошли. Где? Фух. Главное не аннигилировать этого командира вражеского. Не, вот хитрые, а зачем они поставили эту миссию седьмой, если они изначально знали? Ну вот это глупость на самом деле. Так, говорят, типа там опасно. Ну, стрим же это поток. Вот он, да? Испуганный командир рассказал нам, где находятся боеприпасы и горючее. И где же они находятся? Так, у нас, во-первых, ремкомплект есть. Вот боеприпасы, вот горючее. Прям возле меня горючее, но мне нужно там танк обезвредить, который меня может тупо положить. Я пока что не полечу к нему. Надо вначале уничтожить вот эти все. Этот-то ничего, а вот тот, который там был, он опасен, потому что там Danger Zone. Зачем не можешь попасть? Так, тут нет горючего нигде. Долететь до посадки? Ну да, вот это и домашний. Ладно, долечу, наверное. Если постараюсь. Если газу поднажму. Турбо включу. А, еще 8 оставалось. Фигня вообще. Вторая передача? Да не, вторая мало, надо на пятой. Так, где? Так, тут еще есть? По-моему, я тут еще что-то оставил. Хотя не, на карте нету. Этот был злостный, а теперь он ни о чем. Ой. Ой, это что ж, как-то управление вообще непривычно, вот так в бок лететь нереально. Четвертый пройден. В
Вроде даже минусов нет. Не помню, чтобы я что-то там уничтожил, не то. Да, нет никаких минусов. В город Пулуза сегодня прибудет колонна гуманитарной помощи. Ее прикрытие осуществляет суперсовременный вертолет Команч, управляемый лучшими пилотами специальных войск США. Ситуация осложнена тем, что городом управляет известный наркобарон Карлос Ортега. Я надеюсь, вы отдохнули прошлой ночью, капитан. Сегодня нас ждет. Наркобарон захватил город Сан-Пулоза. Его военачальники управляют городом и держат всех жителей в качестве заложников. Ваша главная цель сегодня – зачистка территории для того, чтобы туда могла бы беспрепятственно доехать колонна с гуманитарной помощью. В Сан-Пулоза находятся фабрики по производству наркотиков. Они должны быть уничтожены. Да, и самое важное, Мэдман сегодня должен вывести из города детонаторы для ядерного оружия. Мы заметили несколько бронированных, машин там, не успел дочитать. Миссия 5, город Пулоза. Лучшими пилотами. Ну, в общем. Этот уровень, ох, какой же этот уровень. Как меня вот эти всегда бесят, вот так как хочется перестрелять. Нет, ну этих-то я перестреляю. Вот этих хочется перестрелять, ну зачем они стреляют в воздух? Ну это кошмар. Так раздражает. Сюда постоянно нужно летать, высаживать людей. Прямо из учебки вырвали. Так. Уничтожаем город, в общем. По приколу. Ну ладно, можно и вот этих тоже уничтожить. Да как тебе попасть-то, ну? Так. Ну, бывает. Лучший пилот. Ну, начинается. Ой. Сейчас они будут бегать возле здания постоянно. Вообще в странных они каких-то крепостях живут. Как его взять? Вон, того лучше возьму, ты не хочешь. А ведь на всех места не хватит. Да, все. Так что ты в пролете, чувак. Надо было не подходить к стене. Хоть уши закрывай. Причем я их, если честно, обычно убиваю, потому что просто раздражают. Но сейчас как бы типа я же, ну, серьезно прохожу. Ну за них там дадут, да, минус, ну как бы в принципе не критично. Не провал миссии. Это не плен вообще-то, ну ты не, ну я же задание читал, это же люди, которых в заложники держат, обычные граждане этого города. И мы их спасаем от этих военных, ну вот, ну, короче, от банк формирования этих. Опять же, видишь, лестница без штурмана. Блин, ты выйдешь или чё? Наконец-то. Ну чё, где тут кто?
А чего они сидят в своих вышках? Напасался он такую кривую лестницу лезть. Выбежали сразу. Все, но морером. Ну, к самому дальнему полечу. И, кстати, тут вроде где-то лебедку можно найти, вот я не помню точно где. Так, боеприпас пока рано брать. А, вон там, что ли, за этим зданием? Я не помню точно, сейчас посмотрю. Прикольно, так ООНовцам выделили неограниченные боеприпасы, просто чтобы пострелять в воздух. А, во. Не лебедка, но тоже сойдет. О, броня. Просто улицу выносим полностью. Чё, не тут что ли, ребятка? Боеприпасов куча. Ну, может тут? Не, ну ладно. Так, опять же возьму боеприпасы. А, у меня хеллфайров 7 штук. Не, не буду ничего брать. Лучше мимо их выпустить. А тут что? Ладно, лебедки не судьба, видно, попасться. 4 хеллфайра, не, ну это уже мало. Ладно, возьму. Тут вроде нет проблем вообще с боеприпасами. Да, да, да. От меня больше разрушений. Ну. Это не важно. Кстати, я забыл зачитать, да, это миссию-то. Спаси мирных жителей и оставь. И доставь их к транспорту. То есть, видишь, не заложники СНАП, а спаси мирных жителей. Невинные жители города заперты в 3 часовнях. А, то есть я сейчас только что разбомбил часовню, 2 уже. Вызвали их, доставь к подъехавшим спасателям. Да, демократию, естественно, а то у них там, ай-яй-яй, бандюки. Но я добро несу, все. Показываю мастер-класс пилотажа. Там стоит кто-то. Ну что, тут кто? Оп. Это не просто так. Нет, просто так. Не понял, это что был за звук? Как будто они взорвали что-то. Вообще для часовни тут неплохо так, эти вышки. Все, нет вашей часовни. Демократию принес. О, выбежал вообще нормальный. Ну, нет места, так что. Вот она.
Прям как на войне. Тор, тебе не нравится демократия? Ну, за тобой уже выехали там. Это, можно сказать, антигосударственная деятельность уже тут в чате. Итак, наркофабрики. Найди и уничтожь фабрики по производству наркотиков. Обязательно взорви все оборудование. Также спаси пленных ученых, работающих там. И мне надо еще горючее взять. Брейн, привет. Что это эта штука? Ты про лебедку, что ли? Ну, я могу быстро поднимать там, ну, горючее, ну, все. Все, что могу, поднимаю, я теперь поднимаю быстро. Сейчас продемонстрирую. Пропаганда. Ну да. Вот, хоп-хоп, все. А там он пока пустит. Вот фабрики, там нас уже будут сейчас поджидать. Прикольные ребята всякие. Так, вообще надо посмотреть, что тут у нас из вражеской техники. Ну, джипы мы уже встретили. Вот, МЛРС. Такой прикольная вещь с броней 300 и мощностью 30, и стреляет она очень быстро. Несмотря на толстую броню, эти ракетницы достаточно быстрые и обладают высокой скорострельностью. Ну, короче, пробить нифига, а тебя пробивают сразу. Но они здесь не встретятся, вот можно это увидеть. Они встретятся на других заданиях. Вот, так что можно пока тут быть спокойным. Тут всякие будут такие левые, не особо сильные. Так, надо подемократить немножко. Опа. Что будет, если взорвать бензовоз? Останется баки с топливом. Естественно. Чуть не взял. Давай, снап, пока. Спасибо, что зашел. Что там? Почти приехали. Ладно, пойдем уже. Начнем с дальней. Где она? Вот тут зенитки, вот эти вот джипики. О, это бабло. То есть у меня сейчас 4 365 535, 415 000. Стоп, а было? Мне кажется, или наоборот минус ушло? Не, наверное, так ли. Я не за... Я что-то цифры так не запоминаю. Да не в то ты стреляешь. Вот вы не очень-то. Да, штурман просто спас вся. Вместо того, чтобы стрелять в этого, блин, гранатометчик, он стрелял в этот, в наркоту. Ну, идеальная стратегия просто. Плюс 50 тысяч. Неплохо подзаработали. Ладно, высадим. Так, всего остального, в принципе, еще пока хватает. Да ж... Ну ладно.
Никто не видел. Так, сейчас. Все из этого ученого. А мне 245 брони оставили, ну... А, у меня же есть, да? Надо взять, потому что меня сейчас там завалят. Там зенитка опять будет. Опять этот джипики будут эти. Ну, Тор, вообще-то ты сам просил. Давай упарывать вертолет. Здание давай врезаться. И все такое. О, боеприпасы. Ой, там зенитка. Это я хочу улететь, подожди. Где? Ого, сколько горючего-то. Вот это я понимаю. Да я не говорил, прекращай. Какая-то жижа. Уничтожим. Кто тут? Эй! Я думал, уничтожил. А зениток нет, что ли? Значит, сейчас подъедет кто-то. Или она внутри стоит. Вот опять, да, вот, ну. Вы знаете, что столы взрываются? Зеленый борщ. То есть они там просто сидели, кушали борщ, им, а мы, ну, прилетели, все уничтожили. Ну, не очень. Типографии. Карлос наладил производство фальшивой валюты. Взорви все типографии, занимающиеся этим. Вначале я пойду высажу людей. Не, вначале возьму тут боеприпасы, блин, где-то недалеко. Хотя, не, мне они пригодятся еще. Брони надо, чтобы было побольше, потому что там уже начинается МЛРС. Нет, уже печальнее, чем вот эти вот всякие пуколки. Так, боеприпасы есть. Смотрим МЛРС, где там эти. Вон они ездят. Так, сюда пока нам не надо. Да. Нет, ничего мне пока не надо здесь. Смотрим. Так, вот эти здания надо уничтожать. В них там прикольного всякого много. Вот. Слишком хорошо застроили города, мы потом американские здания построим выше. Так, где? А, вот это здание как раз. Вот. Вот он сейчас меня завалит. Ну, по-любому. Если Danger Zone, это значит все печально очень. Да ты чё? Так, надо уничтожить этот МЛРС. Жесть. А, мне его, в принципе, можно не трогать. Точно, он же не к этой миссии относится.
Ок. Может, он это здание хочет уничтожить, нет? Нет, скорее я его корпусом своим уничтожу. Так, где следующая типография? Вот она. А мне здесь надо все уничтожить. Мне же тут не обязательно спасать кого-то вроде как. Или надо? Может и надо. Вот этот МЛРС, он заспавнился. То есть он там как три было, так и остался. Так и осталось. О, все, я лечу за горючим. Где горячее? А, тут еще есть прикол. О. Корова или что это? Ее можно уничтожить. Так, все, дальше полетели. Где тут была эта машинка? Далее, что тут еще у нас есть? Так, чтобы не нарваться особо. О. Отлично. Он стоит, я вижу. С пулемета вот здание обрушил, да? Это вот так реалистично, прям класс. Оп, это, кстати, нужная вещь. Не дадут ее взять? Нормально. Бери деньги напечатанные, быстрей. Взял, уничтожил. Лысый бы с удовольствием расстрелял, да. Так. Все, типография уничтожена. Вышки. Электролиния. Уничтожь трансформаторы, чтобы обесточить лаборатории Карлоса. Да. В принципе, да, просто полечу туда, сейчас и все. Главное облететь вот эту вот нехороших тут МЛРСов. Так, все, уже облетел вроде. Боеприпасы все есть, значит, начинаем уничтожать. Они поставили всего лишь гранатометчиков на защиту электролинии. И, кстати, одного обрыва, по идее, уже достаточно. Но мне почему-то надо уничтожить все. А, почему Danger Zone? Странно. 490. 4 гидры на человека, потому что Danger Zone. Да, и он мне одной ракеткой снес 150. А ну там меньше, 130, 100, ну короче, неважно. Да, 150. Броневики перевозят детонаторы. Взорви две компьютерные лаборатории, чтобы обнаружить 5 бронемашин. Бронемашин. Они неуязвимы для атак с воздуха. Вот. И поэтому здесь есть вот это. Так, стоп. А где... Странно. Не помню, радар надо уничтожать, нет? Или это не то? Ладно, не суть. Где у нас горючее? Вот тут в кучу.
Чел вкачал бронь. Да. Ну вот, броневики. И мне, по идее, надо... Так. Туда ехать уже. Ладно. Опа, ну-ка, ну ладно, ладно. Где он тут? Так, МЛРС надо уничтожить обязательно. Вот мешаются. Они уж теперь не такие сильные тут. Где они? Давай, уничтожи здание, пожалуйста. Ну. Ладно. Не хочет. Прикольно. А, так Hellfire есть, почему он не стрелял? 205 брони. Ну там вообще есть. Сто семьдесят пять. Ну вот они уже тратят нормально. Можно даже еще одну уничтожить. Ну все. Теперь только боеприпасы надо взять. Ну вот, тут сразу, короче, будет два задания ну, одновременно. Броневики, которые перевозят детонаторы, и, собственно, детонаторы. Это ядерные детонаторы. Возле полицейского участка к северу от посадочной площадки стоит мотоцикл. Возьми его и останови как минимум 4 броневика, перевозящих детонатора. Но, как мы видели, мотоцикла еще нету там, где я был сейчас. Потому что надо, по-моему, вначале вскрыть одну эту машину. И кто бы мог подумать, что броневик находится здесь? Нет. Ладно, ошибся. Где-то здесь, значит. Вот здесь, значит. Вон он выехал. Все, убивать его с вертолета это тупо вообще жесть полная. То есть там надо израсходовать на одну только, по-моему, два комплекта, наверное, боеприпасов. Вот, поэтому у нас как бы для этого есть мотоцикл. Мотоцикл против броневика, это же, ну, имба, да, это очевидно. Вот всем абсолютно. Вот, ну поэтому берем. Вот он появился, заспавнился. Вот. У него есть мины. Один готов. Лучше бы танк дали. Так, где-то. Все, уничтожил боеприпасы. Брони очень мало. Надо ее бы взять. Но броня у нас тоже не бесконечная. Так что придется попробовать без брони. В принципе, они тратят там не по 100, а меньше, поэтому... А вот это уже тратит больше. 160. Ну. 130. А, вот тут, по-моему, кстати, броня, нет? Да ты чё? Прикалываешься, что ли? Точняк. Да! Ладно, хоть одну взял. Ну как это? Ну я же медленно ехал, ну жесть полная вообще. Так.
Еще хотя бы один надо уничтожить. Но я, конечно, два постараюсь. Все, пятая выполнена. Шестая выполнена. А это тот самый первый, который выехал здесь. А, все, выполнено. И, кстати, я, по идее, сейчас должен вертолет пересесть, но мы, в принципе, можем выполнить седьмую миссию и на этой штуке. Но я не буду, потому что это жестко. Пластиковые заряды С4. Заряды нужны, чтобы взорвать арсенал наркобарона. Склады С4 защищены радаром на полицейском участке. Почему турбомотоцикл? Просто мотоцикл. Где же он турбо-то? Так, где тут вертолет? Надо быстрее сдавать это обратно, этот груду металла. Фу, нормальная техника. Вот все, мотоцикл можно уничтожить. Так. У меня, в принципе, почти все полное. Так что полетели. Ну, у него же там ракетница, ты чё? О. Да. Печалька. Да что это, ну жесть, вот, ну как это так вот? Потратил мне он 800, у меня же вроде была полная. Какая-то вот ерунда, а что говорить? А, может потому что на мотоцикле что-то надо? Все-таки. Интересно. Да, наверное, потому что мотоцикле надо, я помню там... Если я сейчас начну их убивать с вертолета, я упаду, ну, максимум у меня одна жизнь останется. Так что, наверное, все-таки надо с мотоцикла. Это я постучался просто. Так, у меня только три мины. А где у нас боеприпасы? Далеко. Вообще, мне, по идее, три мины должно хватить. Ну-ка, а может быть тут что-нибудь? Да что же он такой неуправляемый-то? О! Ну вот, пригодится. Да, и кстати, если у мотоцикла закончится горючее, то я погибаю. Он не может попасть, лол. Ой. А как мне отсюда выехать теперь? Во-во-во, кстати, ты правильно сейчас стрелял. Отлично, спасибо. А я отсюда выехать-то смогу? Лол. Да, по-моему, я попал. А, во, выехал. Где тут горючее было? Только не взорвать. Не взорвать, а взять. Взять. Все. А, закончилось. Я бы на месте водила этого МРЛС просто вышел бы и начал бы с калаша стрелять. Так, боеприпасы.
Я не знаю, по-моему, все равно нужно не высаживаться на вертолет, а остальную последнюю миссию тоже выполнять с этого. Ну, в общем, арсенал наркобарона неуязвим для атак с вертолета. А, ну да. Высадьте своего штурмана, чтобы он заложил С4 в арсенал наркобарона, но предварительно зачистить территорию, то есть все-таки на вертолете. Где это здание? Ну, вот. Ну ты чё? Горючее опять надо. Ну его тут хоть завались. Это плюс. Так, что у нас там? МРЛС нету. Ну там, в принципе, по-моему, не особо сложно. Там людей много, гранатометчиков, насколько я помню. Ну, эти всякие джипы понаедут. Как обычно. Так, надо. Не в лоб как-то. По бокам, во. Уже? Или у меня и было мало, наверное. А вот, кстати, есть. О, как удобно-то. Высаживаемся тогда. Закладывайте С4. Ну, относительно, да, балует. Ну, нет, сейчас с каждым уровнем все равно будет сложно. Сложнее, сложнее. Ну, вообще, да, видишь, вон лежит, в принципе. Так, ну что? А. Ну все, я беру и погнали. Бабах. 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 И Ленина тоже надо снести. Блюгиена, привет. Это уже пятый уровень, и он уже завершен. И вообще, наверное, уже, ну, как бы, заканчивать пора. Примерно чуть-чуть больше пол игры я прошел. Вот, так что. Да, наверное, все-таки на этом уровне я закончу. Остальные уже буду проходить потом. Так, посмотрим, что этот минусы заработал. Вроде это одни плюсы пока только вижу. Даже за вражеские здания там почти 1 000 000 очков дали. Ну все, в принципе. На этом я стрим завершаю. Всем, кто смотрел, спасибо. Значит, вопросы, как обычно, замечания, предложения, жалобы, если есть, можно писать. В чате еще сижу пару минут после завершения. Следующий стрим не знаю, когда будет, может быть завтра. Ну, да, ну, наверное, если будет стрим, то опять вначале покемонов, потом уже это. Ну, смотря как по времени получится, не знаю, посмотрим. Ну, в общем, всем спасибо, что смотрели. Пока.